Привет, дорогие друзья, с вами Таль Шахар. Большое спасибо, что вы на моем канале. Персональное спасибо моим подписчикам, вы еще не подписались. Рекомендую сделать это прямо сейчас. Черт побери, я никогда не верил в то, что это работает. Но это какое-то детство, это несерьезно, это ерунда какая-то. Но это работает. У меня постоянно глаза скользят по этим стикерам. Вы знаете, я был уверен, что это просто болтовня. Я был уверен, что это выдумки. Я был уверен, что это, не знаю, ну ребячество какое-то. Но что бы я ни делал в своем компьютере, где бы мои глаза на мониторе не находились, так или иначе взгляд ложится хотя бы на один из этих стикеров. Посмотрите. Очень важно знать, какие задачи ты себе ставишь. И да, это детство. Да, это примитивно. Да, это где-то даже смешно. Но это, черт бы всех нас побрал, работает. У вас есть стикеры? Возьмите, сделайте себе именно такие. Сначала я сделал маркерами, но я больше не мог делать ничего абсолютно, кроме смотреть вот на эти приказания самому себе. Я сделал их так, как вы сейчас видите на экране. Попробуйте, а потом поделитесь своим результатом в комментариях к этому видеоролику. Удачи, друзья! Как вы прожили этот день сегодня? Всем пока! С вами был Таль Шахар.